В новом эксклюзивном курсе, значит, будет, мы создадим с вами такую дополнительную новую опцию, опцию фильтры товаров. Значит, как она выглядит? Мы расположим ее в сайдбаре, по которой можно будет отфильтровать товары. Вы, я уверен, вы видели это во многих профессиональных интернет-магазинах, на том же магазине в том же интернет-магазине для мода есть такая опция. Смотрите, идут фильтры размеры LMS по цветам, да, идет материал и сезон, да. Смотрите, например, мы хотим посмотреть только красный цвет. Ставим здесь галочку. Видите, загрузится, загрузится. И вот, видите, отображаются все цвета красные, да. Можно сразу несколько цветов и в полоску, допустим, выбрать, да. Вот, пожалуйста. Красный цвет. Ну, видите, тут синий, потому что тут двух цветов. Как бы вот, значит, ну, смотрите. А вот есть, вот это, получается, у нас читбоксы, да. Но также у нас есть, сейчас я уберу чекбоксы, также у нас фильтры оформлены не в виде чекбоксов, а в виде также радиокнопок. Отличие чекбоксов от радиокнопок в том, что чекбоксов может быть выбрано сколько угодно, а радиокнопка только одна. Да? Получается, смотрите, я хочу выбрать только синтетику, допустим. Оп, ставлю. И вот, пожалуйста. Другой я уже... Если выберу, то вот это уже отобьется. Кнопка, видите, только кожа. А также можно удалить вот сюда на красный. То есть на красный крестик кликнуть, и все удаляется. Вот можно хлопок выбрать, как угодно. И, как видите, все имеет классный дизайн. Как все хорошо. Это вот новая опция, которую я раньше не показывал никогда. Но мы с вами настроим. Мы довольно долго это будем настраивать, потому что для того, чтобы настроить ее, вообще будет не товара. Я раньше показывал, как создавать вариативные товары, атрибуты, вариации. Но концепция немного изменилась, теперь вариативные товары нужно создавать по-другому. И вообще товары теперь создаются по-другому. Можете забыть о том способе создания товаров, про который я рассказывал вам ранее. Сейчас делается все по-другому. Также я хотел вам показать еще карточку товаров, которую я немного модернизировал. Смотрите, у нас будет здесь вот такая надпись в сайдбаре у товара, да? Вот именно это только в карточке товара будет такой от 1500, да, идут каталог с категориями, и вот здесь что мы делаем? Здесь можно оценить товар, отзыв, уже один отзыв сделан. Мы добавим с вами расшаривание товара по социальным сетям, то есть дадим возможность клиенту кинуть себе ссылку на этот товар на соцсеть, то есть, ну, в избранное это уже было. Далее мы подгрузим, создадим с вами такую ссылку, таблицу соответствия размеров, по которой можно кликнуть. И выйдет вот такое окошко, где можно посмотреть, какой размер подойдет клиенту. Можно закрыть его также. Ну, тут все понятно. Тут мы выбираем размер, цвет, да. Можно черный, да. И вот слева подгружается другая моделька. Видите, голубой и другой цвет джинс подгружается. Все очень качественно, хорошо сделано. И плюс, когда мы будем подгружать конкретные модели, будет выходить вот такая надпись. Наличие моделей и размеров уточняйте у менеджера, и количество в остатке, и конкретный артикул этого товара будет выезжать. Тут метка дизель, это бренд и категории. Также я немного модернизировал вкладки, да, вот, то есть описание, да, характеристики таким текстом. Ну, я брал за пример магазин La Moda. Заказать за клик, то есть клиент может ввести сюда свои данные и просто не делать вот это оформление через корзину, где кучу полей нужно заполнять, а вот короткий такой вот, можно оформить с помощью короткой формы, можно оформить заказ с помощью такой короткой формы. Также есть доставка и оплата, да, здесь все красиво оформлено, и отзывы, ну я тут для примера отзыв один оставил. И сразу, видите, заполнились звездочки. Вот это был у нас первый тизер. Я вам слил небольшой фрагмент той технологии, которую я буду вас обучать в новом эксклюзивном курсе. Завтра выйдет второй тизер.